горячие клавиши в трассир. Открытая квадратная скобка включает и отключает журнал событий. Закрытая квадратная скобка включает и выключает список каналов. Нажатием клавиши тильда убирается главная панель управления. Клавиша Backspace также убирает главную панель управления, плюс убирает еще и OSD-меню каналов и вспомогательные кнопки. Клавиша S делает скриншот канала. Сочетание клавиш Ctrl плюс M вызывает меню поиска движения в кадре Active Search. Клавиша Ctrl плюс N позволяет быстро создавать произвольный кратер отображения каналов. После выбора необходимого количества столбцов и строк можно зайти в настройки и сохранить шаблон. Сочетание клавиши Ctrl плюс E выводит меню экспорта архива. Для того, чтобы перейти в архив, можно воспользоваться клавишей Tab. Клавиши C и V позволяют передвигать курсор на начало записи по тайм-линии. Соответственно, вперед клавиша V и назад клавиша C. Клавиши Z и X покадрово показывают запись вперед и назад. Если удерживать эти клавиши, то получается ускоренная перемотка видео. Также вперед это клавиша X и назад клавиша Z. Обратите внимание, что горячие клавиши работают только при английской раскладке клавиатуры. На этом все. Спасибо за внимание и до скорых встреч!